Конкурс «Лучший экспортер года Бурятии» проходит в республике третий год подряд. В этот раз в нем участвовало 35 предприятий. Победителями стали только 8. Это те предприниматели, которые достигли наибольших успехов в экспорте несырьевых товаров, работы и услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Наша компания сегодня победила в 2 номинациях, заняли первое место. Эти вот награды на самом деле показывают, что мы идем в правильном направлении и дает уже уверенность в дальнейших свершениях. Уже будем с новыми силами идти только вперед. В сфере сегодняшнего дня, когда имеется излом логистики, нам удалось выстроить логистику грузоперевозок из Турции, Индии, Монголию, и мы считаем, что это очень большой успех для региональной компании транспортной. Мы занимаемся диагностикой и лечением неонатальной желтухи. Экспортерами года мы стали благодаря экспорту нашего опыта и знаний. И поэтому я именно рад, что нас отметили, нас заметили. И считаю, что знания и опыт – это самый экологичный вид того, что можно экспортировать, не нужно ничего добывать. Делали попытки выхода на зарубежные рынки. Самостоятельно, когда делали эти попытки, практически ничего не получилось. Как только нам начал помогать центр экспорта, движение пошло. Сейчас на данный момент мы достаточно активно занимаемся поставками на рынок Монголии. Победителей выбирали в 2 категориях – крупный бизнес и малое и среднее предпринимательство. Это наши, так скажем, не основные флагманы, а кто вот ищет свое место, да, так скажем, находит и получает награды. И вот сегодня вы их всех видели. Действительно, это очень серьезная заслуга и серьезное влияние как на экспорт в наши ближайшие страны, так и на экономику Республики Бурятия. Стоит добавить, что Бурятия стала лидером ДФО по экспортным результатам. Республиканские компании завоевали больше всего первых мест и заняли в общей сложности 11 призовых. Мария Латышева, новости дня.